Метро Экспо 2019 полным разгаром. Сегодня мы знакомим вас с самыми интересными гостями. Мой гость Юлия Антипова, которая занимается производством самой необычной мебели. Я знаю, Юля, что в этом году вам исполнилось 20 лет, и что в 2006 году вы полностью сменили свое направление, и от работы, скажем так, с частными заказами вы перешли в сегмент хорика. Чем был продиктован этот выбор, Юля? Расскажите поподробнее о своем бизнесе. Мы познакомились с компанией «Азбука вкуса». Соответственно, для них мы сделали первый магазин в стиле, который разработали европейские партнеры для них. Дальше по запросу рынка так получилось, что мы, скажем так, проводили рестайлинг оборудования. И сейчас к нам очень часто обращаются не сетевые ритейлеры, которые только-только начинают расширяться, имеют не более 5 магазинов в сети, для того, чтобы мы красиво оформили их холодильное и технологическое оборудование. То есть даже сегмент хорика должен быть не просто функциональным, но в том числе и красивым, приятным для глаза. Да, любое оборудование холодильное, которое мы можем видеть в России, мы можем красиво обернуть, мягко говоря. Да? То есть мы можем взять красивые фризы под рекламные указатели, там замороженные продукты, молоко, мясо. И оборудование мы защищаем в первую очередь от тележек и красиво оформляем, чтобы в едином стиле все это смотрелось. А как насчет работы со сложным технологическим оборудованием? Потому что оформить витрину визуально, да, это одна, ну, скажем так, одна история. А когда вы работаете с холодильным оборудованием и с оборудованием, которое способствует хранению, скажем так, и долговечности продуктов, как вот с этим обстоит дело? Смотрите, наши инженеры перед тем, как приступить к оформлению, конечно, разрабатывают технические чертежи. Мы учитываем работу конденсаторов, мы учитываем тепловые выделения от оборудования. Это всегда технологически обыгрывается металлическими перфорированными решетками, чтобы агрегаты могли полноценно функционировать и дышать. Слушайте, мы желаем успеха вашему бизнесу, мы желаем, чтобы с каждым годом у вас становилось все больше клиентов. Ну а для тех, кто решил сделать небольшой апгрейд в своем магазине, друзья, мы рекомендуем посетить сайт Юлии Антиповой, посмотреть, что она делает. Это действительно достойно вашего внимания и уважения. Вам спасибо и желаем хорошего бизнеса. До свидания, спасибо большое.